7.00, всем доброе утро. На завтрак у меня 3 маленьких блинчика со сметаной и чашечка черно-зеленого чая без сахара. Приятного всем аппетита, удачного похудения. 9.15, мой перекус. У меня сегодня запеканка со сливами. Очень вкусная, со сметанкой, на твороге. И чашечка черного кофе, натурально, пол ложечки сахара. 14.00, на обед у меня 2 бутербродика с кровяной колбасой. Классная, вкусная колбаска. Посмотрите, много печени в ней, сала мало. 2 кусочка хлеба, намазал майонезом, укропчиком присыпал. Жалко, морковочки нет по-корейски. 18.00, на ужин у меня, можно сказать, итальянское блюдо. Паста с мясом. Но на самом деле, раскрою секрет, это не паста. Насмотрелся я в интернете, как делаются вот эти макароны из кабачка. Это вот это получается лапша из кабачка. Поэтому это блюдо абсолютно безопасно. Видите, они такие вот длинные. Берется кабачок, и вот этой нарезкой, которую картошку чистим, нарезаются такие пластинки. И потом из них вот такую вырезаем лапшичку. Сначала обжаривается лучок с мясом. У меня курятинка, филе, поэтому мелко порезано, оно быстро обжаривается вместе с лучком. Потом я добавил помидорку. Сюда у меня желтая помидорка, поэтому вы ее как бы не видите. Все это тушится немножко с помидоркой. И потом, получается, загружаем уже готовую лапшу из кабачка, и добавляю я 2 столовые ложки сметаны. И оно, я 10 минут тушил в сметане, вот они получились вот такие вот мягенькие, но целые, никуда, я думал, кабачок сейчас разлезется, нет, он не разлезся. Я, короче, часть со шкуркой делал, часть без шкурки, ну, все держатся, и те, которые со шкуркой и без шкурки. Все, сверху посыпал прованскими травами, сыр. 21.00, мой вечерний перекус, небольшой кастрюльчик кукурузы, отварил, немного присолил, я люблю подсоленную, она сладенькая, вкусненькая, но без кефира сегодня. Приятного всем аппетита, спокойной ночи, удачного похудения. Ищите нас на ютубе под хэштегом Жирука5, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте худеть вместе, мы сможем это сделать.